Как интересно играть, ребят. Смотри, смотри, какой великолепный зной в море. Это же все писатели, там, я не знаю, тот самый, кто там, как его называют. Подожди, забыл. Наже. Жюль Верн. Как будто бы сильно расстроен. Высаживаемся, ребятки. Тут вот я очень уютно работаю со снайперки. Но при этом, при всем, как-то ко мне очень ловко подошли сзади. Видать, они меня вычислили. Здрасте, эти тут откуда? Стой! Ничего особенного не произошло. Вот я понял, после этих ребят не увидел. Вот еще тут. Да тут их кишмя кишит. Эй, ты в красной рубашке! Да, я все еще не сменил рубашку. Так, ну да, видишь, и с этими задними... Ты покойник! Пока нет. Так, броник. Так, вот это что за пушка? Пулемет какой-то. Эй, ты, в красной рубашке! Куда ты делся? Блин, надо было рубашку сменить. Ну сколько вас тут, блин, собаки? Так, броник тут, аптечки, все как надо. Так, ну что, мы будем менять пушку? Так, давай вот эту выкинем. А вот эту подберем. Во. По идее, должны быть у них здесь. Костерчик тут жгли. Ага, вот еще патрончик. Сколько? Все равно мало патронов, 94. А вот здесь вот у этого трупа. Вот это. Нет, это нам не дадут. И тут разное оружие у собак у таких. Ну пошли теперь, ребятки. Так, ну что, здесь вот. Сейчас здесь досмотрим, потом пойдем в другую сторону. Работать со снайперки. Очень уютно. Так, это я подобрал. Штурмовая винтовка. Может, с этой стороны заглянуть? Ну-ка. Тут изумительная позиция для стрельбы из снайперской винтовки. Сейчас посмотрим.